Неудачный запуск на космодроме Байконур. 8:38 по времени Астаны ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС» упал и взорвался спустя минуту после старта. По расчетам специалистов, в ракете было более 500 тонн топлива. Первоначально названная причина аварии – отказ одного из двигателей. Причину неудачного запуска «Протона-М» определит экспертная комиссия, созданная в Роскосмосе под руководством заместителя руководителя Роскосмоса Лопатина Александра Петровича. Все выводы будут делаться после того, как закончит свою работу аварийная комиссия. Территорию космодрома сразу же очистили от сотрудников. Ракетоноситель упал в 80 километрах от города Байконур. Его жители пока не эвакуированы. Облако чрезвычайно опасного вещества гептила ветер погнал в сторону Кызылорды. Космодромды өз жеріне апарып салсын, мықты болатын болса, сұрағынан ұшырсын, содан кейін көрейік мықты болатын болса. Біз отарлықтың осындай кесапатынан арылуымыз керек сияқты. Сегодня в обед в Алматы общественные активисты собрались возле консульства Российской Федерации. Они потребовали запретить дальнейшие запуски ракет с космодрома Байконур. По крайней мере, до тех пор, пока не будут подсчитаны все убытки, которые понесли казахстанцы. Митингующие хотели вручить письмо в руки консулу, однако никто из российских дипломатов к собравшимся не вышел. Митинг является, который вы здесь находитесь, несанкционированным. Если дальше будете продолжать, то выйдем. Давайте вы не будете пугать меня. Я вас не пугаю. Письмо с требованиями прекратить запуски ракет с космодрома Байконур и закрыть все российские полигоны в Казахстане общественники положили в почтовый ящик консульства. В любом посольстве цивилизованного государства выходит посол или дежурный дипломат. А вот российские дипломаты не хотят к нам выходить. Вместо них вышел начальник службы безопасности. Они этим показывают, что не собираются считаться с нашим народом. Произошедшую аварию руководитель движения «Невада-7» Элжас Сулейменов считает трагедией. По его мнению, нужно закрыть все полигоны Российской Федерации на территории республики и еще раз пересмотреть двухсторонний договор по космодрому. Я не знаю, это трагедия, драма, Деймс. Драма не космонавтики, драма и космонавтики, но больше драма Казахстана, народа Казахстана. Сейчас на месте аварии работает специальная комиссия. Общественники, в свою очередь, предлагают создать независимую казахстанскую комиссию и подсчитать ущерб, нанесенный экологии распылившимся в воздухе ракетным топливом – гептилом.